А перед началом ролика, мы рекомендуем подписаться на канал Аштон Александр, здесь куча интересных эффектов, соль, мажор, число и так далее. Также рендер паки. Совет дня. Ставь лайк, подпишись, а если дизлайк поставишь, то ты лох. Не злитесь, пожалуйста. Дальше будет 8 виндавсов, и мы разделим по 4 голосам. Бла-бла-бла. Дигалы Николай, ты будешь 3-ю и 4-ю, Ирина 5-ю и 6-ю, и Саша 7-ю и 8-ю. Если не дашь мне поиграть в Майнкрафт, то выдам синий экран смерти. Нет, нельзя. Ты можешь сгриферить. У меня нет выбора, придет выбрать синий экран. Произошла ошибка, и будет произведен откат до Windows Whistler. У меня один из двух жизней. Меня Коля заберет микрофон. ХМ. Придется, кстати, это пасхалка как у бензина. Ставь лайк, подписывайся, нажимай на колокольчик, а если дизлайк поставишь, что ты дебил. Откачусь на Вислере, посижу. У Windows Whistler поддержка закончился 2007 года, во время Висты. Висте 12 лет. Не хочу такого, как у бензина, я еще хочу читать ошибки. Ч. Ха. Николай, как ты взломал битву за остров мечты? Нажму Alt-F4. Монитор провел проблем. Говно ошибка дел. 937 штук, а нажму ОК. 763 синих экранов, 140 тысяч штук красных экранов, 5 тысяч штук зеленых, 73 бла-бла-бла-бла-бла видеоэффектов, да хрен или штук. Пока, ютуберы. Коваль просит вам поиграть в Террарию. Ч. З. Х. Что? ХМ. Без комментариев. Нажму на пустую кнопку, потому что ненавижу Террарию. Ваш ПК перепутал операционные системы. Когда Alt-F4 использован вместо отката до Windows 98 на обновление до Windows 8.1. Еще одна ошибка, идет откат до Windows 98. Ч. З. Х. Что за бред? Не надо открывать подарки, которые мне даст какую-то хрень. Где твой Анна Жмокий? Хрень из псот. Ха-х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 а
нажмокили. Windows 98 хочет установиться на ваш компьютер. Конец третьей ошибки и псотов. Даун выбери операционную систему HM Abdiyosh Zikl на просту в хтщлюе. Хе-хе. Конечно 98. А не 1.0NT3.5. Делать мемы лах. Фиг его знает, вас прибасу, марихуана и ты накурился из принтера, из М-видео. ЧЗХ? Вот блин шит, ко мне вернулся принтер. Выброшу его с 27 этажа. Установка другой винды, через 15 секунд все. Очередь Ирины, пятое почему Зира, а шестое, седьмое, последнее, 763, а остальные пустые. Пока. Черт 2359. 763. Что за хрен? Черный экран под ошибкой, черт. Добро пожаловать в Windows 1.0. Это скучная и первая версия Windows.
Нажмите ОК, чтобы продолжить. Какая тут эсера и нет Windows 1. Черный экран под ошибкой черт. Обнова на Windows 95. Пароль 763-5-25-83-39 просрочен. Оки-доки, обновлю. Windows 95 скоро исправит символы с латиницы на кириллицу. Бла-бла-бла. О-о-о. Нажму на кнопку. Эта ошибка переместил папку System32 с Windows на программные файлы и переименовал на syslot 763. ЧЗХ. Только не синий экран. Объедините слои как Астериск и Обеликс. Я не могу. Пока. Александру микрофона. Лонгхорн пользоваться можно только лицензированным. 31 год не сидел. Ой, дальше почитаем. Чтобы быть лицензированным, посмотрите BFDI и Nominate Infinity все сезоны, иначе мы установим Висту. Не ли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 лilil Это конец выпуска, и вести надо выдасть псот рсот черный экран и 763. Тянет псот за висту, рсот за псот, черный экран за рсот, 763 за черный экран, ошибка за 763.